Ну что, привет, мы с Кристюшенькой моей. Прекрасно выглядит шоколадка моя. Мы пришли, присели в инстакафе, на самом деле красивое место, чисто вообще для девочек, такое гламурненькое, нежное, вот что-то все вместе, очень классно. Заодно хотела подвести итоги конкурса. Вот, как вы помните, недавно был таксобаттл, да, у меня с Сергеем Стиловым, и на его канале под видео я сказала, что я один блогер в Ростове. Конечно же, я думаю, что многие понимают, что это шутка, и спрашивали, как Кристина к этому относится. Она поняла, что это шутка. Ну, ты только что поплакала, но покраснела. Поплакала? Это я плакала, но покраснела. И вот итоги, кстати, этого конкурса. Что у нас? Ну, конечно же, Сережа по лайкам выиграл, естественно. Серьезно? Ну, потому что, ну, у него и зрителей больше, и его вот таких... Кстати, раз. Конечно же, он мальчик там, и мальчиков-водителей больше всего. Но, в принципе, мы выиграли у него по рейтингу практически. У меня... Нет, рейтинг у нас был один. Ладно, ладно. Зато я денег больше заработала. И зато мои девчонки тоже прям поддерживали меня. Всем очень понравилось это видео, на самом деле. И я думаю, что победила на самом деле дружба. Я вот, кстати, хотела спросить, как тебе понравилось так зарабатывать? Ты одна из первых, кто сказал, супер-пупер вообще. Классное видео. Да, мне многие начали писать, что это супер таксобаттл, классно, поэтому мне очень понравилось. Я хочу еще поучаствовать, поэтому Челябинск, Воронеж, все города, зовите меня, я с удовольствием побатлюсь с вами. Да, мне очень понравилось, и для меня вообще водителем и новые знакомства, и узнать город, ну, вы знаете, да, ролик я оставлю под этим видео, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Я жду новых приглашений, и я думаю, что по вашим многочисленным просьбам и заявкам мы сделаем еще такой баттл, и что-нибудь, ну, в общем, постараюсь, чтобы все было хорошо. Перед выходом, когда я выходила, мне позвонил друг, знакомый сосед, сказал, что подругу твою видел и смеялся там, не знаю, можно это сказать, когда тебя спросили, что такое дрифт или что. А, что такое этот? Я говорю, что... Что такое дрифт? Ты даже не знаешь слова, да? Дрифтинг? Дрифтинг. Ну, я просто так приблизительно запомнила. Он говорит, да, она, ну, и смеется. И твоя подруга говорит, что ты сказала? Пойти поехать на тормозе там. Да. А нет. Он рассказывает, я говорю, что это не так, я тоже не знаю. Он говорит, нет, это не так. На самом деле, да, я еще и читала комментарии, кто-то там смеялся. Просто я выразилась своими словами блондинки. Я же тоже говорю, ну, блондинка. Дрифтинг – это когда машину заносит. Но заносит ее, ну, как правило, на тормозе. Но просто я, ну, боком, он сказал еще, боком. Ну, боком, да, он тоже как блондинка, походу, да? Ну, когда боком машина еще едет, да? Нет, просто я дрифтовала, поэтому я говорила это из собственного. Я дрифтовала на ручнике. А сейчас мы кушаем, пьем кофе с халвой, да? Кристинка уже тут допила практически. И фоткаемся на красивых фонах в этом кафе. Офигеть ли? Зима. Мы зашли на полчасика, кофе попить. Выходим, на улице темно опять. Мы, короче, получается, только проснулись, выехали в кафе, сели в кафе, выходим темно. Офигенно вообще мы живем. Чисто я вижу только ночь. Да? Как настроение? Отличное настроение. Скажи что-нибудь. Мне. Что-нибудь скажи. Мне во влог что-нибудь скажи. Подожди, еще не вечер. Мы еще идем. Еще и не вечер. Вот, кстати, здесь на Садовой есть индийский магазин. Называется, не пойму как. Нагеш. Да, вот здесь можно кокосовое масло для волос купить. Да, оно много где продается. Ну, оно много где, да, продается. Кристинка знает. Ты выложишь в Инстаграм список магазинов? У тебя спрашивали? Ну да, где можно купить. Да везде. Везде вообще, куда ни плюнь, кокос лежит. Мы пришли домой, Кристюшкин остался у нас. Денюшкин тут сходит с ума. Да, Дэнь? Прыгает, бесится, кричит, что-то там балякает на своем. Дэнь, ты поцелуешь маму? Поцелуй маму.
Поцелуй, покажи, как ты маму любишь. Поцелуй маму, скорее, скорее, скорее. Скорее, 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 поцелуй маму. Сейчас поцелуй. Скорее, 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 целуй маму, скорее, скорее. Ты будешь маму целовать? Поцелуй маму. Стой. Жопа маленькая. Ну мы вот лежим, смотрим. Дом 2. Вот это вот на какой фразике. Иди ко мне. Мы спать будем? Ай. Спать будем, блин. Не хочешь? Да ты так скажи, не хочу, я ж тебя не заставляю прям силой укладывать, тебе не буду. Крис, а ты что делаешь? Иди сюда. Ну иди приляжь. Поздоровайся с девчонками. Я уже брови стерла. И чё? Нельзя так показываться. Без бровей? Без бровей. Ну я вот отсюда даже вижу, что здесь брови. Ну их меньше стало. Я вытрала уже. По-моему, очень даже много бровей. Че тебе, как, кстати, кафешка, в которой мы сегодня были, понравилась? Ты вспоминаешь кафешку? Я вспоминаю, что мы кушали. Ну, что мы кушали? Ты как всегда ничего не кушала. Да, столько сладостей. Но сладости вкусненькие, да, были? Ну, так себе. А мне очень понравилось, классно. Что ты сейчас там делаешь в телефоне? Я выложила маленькое видео с малышом-карандашом. Классно. С Дэнни. Мне надо тоже там повыкладывать, есть еще что повыкладывать. Чего у тебя завтра за план? Ты же завтра нас покидаешь с утреца, да? Ты уснула? Очень радует погода. Чего завтра делать будешь? Вот многим интересно, что ты делаешь, когда уходишь от меня? Баклуши бью. А как это, расскажи? Сама, ну это издревле идет такая... Что такое баклуша? Это какое-то слово на украинском, по-моему, языке. А что оно значит? Я вот представляю баклуши... Какие-то ложки, как да? Как наушники какие-то. А мне кажется, ложки такие деревянные. Ну, так говорят, когда, по-моему, ничего не делаешь. Ну да, это ты ничего не делаешь, это как бы... А что вообще? Это же не просто так. Баклуши ложки бьёшь. Тын-тын-тын. Ложки, баклуши? Да, такие деревянные. А ну, набери. А у тебя есть зарядка? Да, набери. Мы почитали, Кристинка была права, да. Это деревянные обрубок. Обработаны для выделки различных долблённых изделий. Да, молодец. Я не знала, видишь? То есть это люди, которые ничего не делают, они ложки. Они знают, что это значит. Они знают, люди, которые ничего не делают, они знают. Они чувствуют, что такое бить баклуши. А ну скажи еще какую-нибудь фразу необычную. Слушай, ну фраза должна быть актуальна, какой-нибудь ну, давай, приурочена. Ну первое, что тебе в голову приходит. Ну. Бог не Тимошка, видит немножко. Не, ну это понятно. А, необычно, а что? Что? А Тимошка кто такой? Это имя Тимофей. Почему бог не Тимошка? Типа Тимошка не видит ни хрена. Типа Ивашка. А чё Ивашка? Ничего не видишь, что ли? Ну, типа непростой. Ивашка, Тимошка, это вообще какие-то обидные, блин, сразу. Нет, ну это просто... Оно ж он как говорится, Тимошка, типа. Не Тимофей. А то, что бог видит немножко, это тоже как-то странно. Бог видит все. Он видит все, но смысл того, что даже хотя бы немножко, но... Не, ну, всегда видит минимум. Давай немножко. Другую фразу. Блин, ну... Ты сейчас нас закидают камнями. Вы что так говорите? Ну, так сразу. Ну, еще есть у тебя? У меня там нет, кстати, волос подмышки. Помнишь, кто-то тебе в Инстаграме? Кстати, модно, кстати, волосы подмышки, так что если вы увидите... Мадонна выставляет и себе, и своей дочке, это вообще... Если вы увидите у меня вот здесь вот... Вот шевелюру, мех вот тут. Даже не говорите мне, что что-то у меня не так. Это тренд вообще. Да, у Мадонны в Инстаграме очень много на эту тему фото. Да, зайдите к Мадонне. Ты это что, оставишь? Да. И это, скажи еще какую-то. Да вон интернет открываешь. Мало половин, мало половин. Что это означает?
Это песня твоей любимой певицы, Кристина. Это вопрос к тебе. Давай. Как ты понимаешь глубоко на поверхности? Глубоко на поверхности? Да. Глубоко на поверхности. Но это значит, наверное, сильно на поверхности. Ну, что это, куда это применяется? Ну, может быть, это применяется в какой-нибудь там фразе, кто-то сказал, например, и ты вроде бы ищешь смысл какой-то глубокий, а на самом деле, ну, как бы выражение так глубоко на поверхности. То есть слишком поверхностно находится этот смысл, что его не нужно там глубоко где-то искать. Ну, как-то я бы так поняла. Может, неправильно? Оказывается. Ну-ка. Ну, это можно еще в интернете посмотреть. Оказывается, глубоко на поверхности это говорят про людей, которые везде по чуть-чуть хватают и типа поддерживают беседу, да? Угу. На самом деле где-то поверхностные в основном, но строят из себя, что немного чего знают. И вроде бы они типа в теме. Типа они глубокие, на самом деле они очень. Да, на самом деле очень везде по чуть-чуть отщипнули. Там знают. Типа глубокие, короче, да? Угу. Так, подожди, это о человеке так можно сказать? Ну, что за человек? Я могу глубоко сказать... Поверхностный, глубоко типа поверхностный. Да. А малыш лазит? Ну, все нужно. Да, а давай проверим в интернете. Давай. Они симпатичны настолько новые, что означает сонда? Значение слова «долгослушание». Ну, что, зеваешь, да? Потребность навязана себе бедности, блин. Чтобы глубоко разница. О, допрыгался. Короче, надо укладываться спать, у нас тут срочно. И, в общем, мы в интернете не нашли послание. Ну, это так. Но Крис сказал, что какой-то начитанный человек сказал ей, что это так. Но я думаю, что если этого мы не нашли в интернете, то, наверное, каждый как хочет, так и интерпретирует. Ну, может быть, ты неправильно ввела. Надо еще поискать. Может быть, ты неправильно ввела. В следующем влоге. Смотрите следующий. Смотрите следующий влог, мы там попробуем найти ответы на это слово. Я думаю, может быть, рубрику нам какую-то глубоко на поверхности в Инстаграм. Но это в Инстаграм, если только коротенькие видео, мы можем какую-то брать фразу, или вы будете подкидывать нам фразы. Мы не будем гуглить ничего, будем свое мнение говорить. Короче, все в Инстаграм. У нас там уже 2 проекта должны скоро осуществиться, да, Крис? Ну, да. Просто так присесть, чтобы было... Ну-то видно. Может, как-то его нагнуть, чтобы Икея здесь. Хочешь нагнуть Икею? Просто так не видно ничего. Ну, привет, мои хорошие. Я не могу без влога вам, поэтому влоги будут и частенько. Я должна вам говорить все, где я ем, что я ем, где я хожу, что покупаю, все свои впечатления. В общем, вы поняли, да? Я хочу, чтобы вы были со мной всегда и везде. Сейчас мы приехали в Горизонт. Я померила в прошлом блоге офигенный свитер. И вот теперь я за ним гоняюсь, потому что там он был какого-то размера большого. Сейчас я в Горизонте. В Старбаксе. Взяла имбирно-пряный кофе. Я как поняла, это у них какой-то сезонный, он скоро закончится. Очень пряный, сахар добавлять не надо. Взяла круассан с индейкой, он очень соленый, то есть я не совсем довольна. Чтобы сейчас взять камеру и снять для вас что-то, мне пришлось дать Деньке телефончик. Вот он там с ним кувыркает. Скажи привет, Дэнь. Пацан очень занят. Листает там новости. Вот, сейчас, короче, мне главное этот свитер найти. Если он будет моего размера, хотя бы на размер больше, он подходит. Потому что я мерила вообще Эльку, по-моему. Ну, хотя бы Эмку я бы взяла, потому что Элька, ну, совсем большая. Хотя я уже готова Эльку брать. Он действительно очень крутой, под мои ботфорды новые, от которых я просто пищу. Сегодня хотела ходить, но думаю, тяжеловато будет мне в них по магазинам ходить. Также новый декор, я продолжаю уже делать его, возможно, уже видео выйдут с новым декором, когда выйдет это видео. В общем, короче, кушаем, пьем кофе. 4 часа дня я вышла только из дома. Нет, я в 3 выехала, но вот здесь уже мы в 4, я ем только первый раз. Вот, а сегодня мы собирались 3 часа, вот реально, пока я голову помыла,
пока малого, то все время проходит, его уже надо кормить. Короче, вы понимаете, да? В общем, я беру вас с собой, если что-то будет прикольненькое, я вам покажу. Алло. Алло. Сын, у меня деловой мужик, поэтому он договаривается сейчас по делам, по бизнесу. Деньги зарабатывать будет. Ну, чтобы мама одевалась прикольно. Одевала все, что хочет, и покупала все, что хочет. Сынули с папой надо зарабатывать много. Я сегодня, видите, как выбежала из торгового центра. Это вот чисто вот так я на это шапка вот так вот напялилась. Короче, и, ну, я так вот без проблем на самом деле хожу. То есть мне вот не обязательно. Есть девчонки, кстати, даже среди моих подруг, которые вот им нужно там посмотреть в зеркало, да, чтобы все там вот тюти-пути было, выглядело. У меня, ну, много таких было, и я помню. А я вот такой человек, мне даже по приколу что-то, знаете, когда там торчит, шапку одел, короче, ухо торчит, тут что-то это. И вот такое немножко, видите, я даже намотала шарф не на три, а на два. Такая вот, немножко такая вся растрепаж, короче, растрепаж, что было, одела. Так, камера! Вот. И, кстати, некоторые девчонки из моих зрительниц, они просили... Никто не некоторые, одна, блин, уже за манера. Одна подписчица моя просила, говорит, а можешь ли ты говорить даты в своем влоге? Я подумала, что это может быть интересно, потому что, в принципе, я влог собираю, ну, как бы неделю где-то, или если насыщенные дни, то несколько дней, и, в принципе, сильно не задерживаю влоги, поэтому можно, да, можно сказать... Мы будем собирать влог, и я не знаю, попробую вставлять числа, если вам это интересно, если это как-то будет важно или еще что-то. Ну, в натуре, Филь, что ты, ну, как раз издяй. Сделайся нормальная девочка. Сына спит, в 6 часов он уснул, естественно, я так и знала, что мы сядем в машину, и его укачают в машине. Ну, ладно. Ой, короче, взяла, вот что хотела сказать. В Заре... Вот три Зары. Золотой Вавилон, Мега и Горизонт. Там разный ассортимент. Нет, какие-то вещи, они есть одинаковые, а какие-то, вот, например, обуви. Вот, ну, две обуви осталось малиновых, которых я купила в Горизонте. Да? Вообще там в Горизонте есть та обувь, которую не было ни в Меге, не было ни в Золотом Вавилоне. Офигенски много обуви. Короче... Если вы что-то ищете, то стоит, вот Зара особенно, да, по ней могу сказать, то стоит зайти во все Зары, которые вам только возможны, потому что ассортимент может быть разный. И чё, сейчас буду искать декор и зайду еще раз в Зару, вдруг размер будет эсочка, но если не будет, то оставлю эмку. Мой Зая спит, макачонок там спит, маленький сладенький мальчик. Иногда встречаю такие вещи, которые очень хочу купить, но ну, носить не буду, блин, знаю. Но вот эта сумка классная. Тынь. Мне нравится. Блястит как. Смотрите, какое огромное здесь зеркало. Вообще, это мечта любой девушки, иметь такое зеркало дома. Ну, я, естественно, зачекинилась в Инстаграм. Мы вот так вот ходим. Я опять в домик улитки. В общем, фокус. В общем, погуляли, мы перекусили. Я хочу на фоне елки. Извините меня, подождите. Я сейчас буду вещать на фоне елки. А? В общем, все, мы побыли в Меге, я взяла еще кое-какие покупки, обязательно сделаю видео отдельной покупки, все примерю, будет такой haul, lookbook, как всегда, я люблю. Вот, сейчас едем домой и думаю, что все, буду заниматься декорациями, возможно, 2 дня буду сидеть дома. Ну, посмотрим, что буду дома делать, буду включать. А и мы проснулись, представляете, во сколько мы сегодня проснулись, это вообще трындец, 2:30 дня. Дынь, что там делаешь? Тряпку откуда-то достал уже. Да, 2:30 дня у меня как-то побаливает голова, и я снова сделала заказ в своем любимом месте, уже проверенном. И заказала кофе, потому что у меня дома нет молока.
Интересно, можно? Я много заказала кофе. Можно ли половинку выпить, половину оставить на завтра, на утро? Потому что не будет молока. Или завтра заказать. Блин, вот доставка, если бы вот она была вот так вот, доставка, раз и все. А то надо ждать 90 минут плюс-минус. Не очень удобно. Вот я вот уже хочу есть и все жду, когда привезут. Опять кучу всего она заказала. В общем, я когда голодная, вот я люблю, кстати, в магазин ходить голодная. Потому что всегда вкусняхи наберешь. А когда сытая, прям ничего не хочется брать. И вообще лень. Я всегда люблю за шмотками ходить. Больше мне нравится, чем за продуктами. За продуктами вообще ненавижу ходить. Вот. Что еще тут у нас? Дыня ломает и крушит все в доме. Я продолжаю смотреть Брежнева. Уже вторую версию смотрю. Правление Брежнева. Вся правда о нем называется. Вот хочу-ка я узнать всю правду о Брежневе. Вот. Что еще? Ладно, пройдет доставка, покажу. Что я там взяла? Да. Командира вспомогательной десантной группы Цезаря Куникова захвачен плацдарм южнее Новороссийска. Потери: один человек убит, двое ранены. На следующий... Вот они пришли, в общем, роллы, краб снежный, кофе ореховый, латте очень вкусный тоже. В холодильник я уже убрала, вот смотри, что у меня в холодильнике. Пицца с рукколой. И с какой-то ветчиной необычной. В общем, я буду пробовать. Потом, может, расскажу. Я не знаю, когда буду пробовать. Киевские тут у меня огурчики стоят. Потом свинина с овощами. Тут у меня рис с чем? С курицей. А тут у меня... А, картошка дополнительная взяла. Чё ещё? Всё, что ли? А, ну всякие соуса здесь. Подожди, а чизкейк куда положил? А, вот он, чизкейк. Все, пустой холодильник вообще. Он там хлеб, сладюшки какие-то лежат. Пипец. Здоровайся. Скажи привет. Привет. Я уже спать, скажи, как бы. Сошку взял и не спит. Короче, провела сейчас прямой эфир. Начался дом 2. Малой начал что-то капризничать и выключила свет, все выключила, ложимся спать, нет, встает, ходит. Я говорю, ты что, спать не будешь? Он, говорю, что ты устраиваешь тогда скандалы мне? В общем, сейчас что-то разбор полета в дом 2 начинается. Что-то хотела сказать. А, в прямом эфире как раз-таки говорила о прикольной серии в смешариках. По-моему, смешарики. Серия про вот эти частички, атомы, знаете, расщепляются атомы, потом они делятся на протоны, потом на какие-то частички заряженные отрицательно, положительно, что там существует, не существует. И я вот говорила, я высказывалась, и вам хотела сказать, что это очень круто, что для детей так доступно рассказывают вот этот научный момент, потому что он очень крутой. Я хочу найти этот мультик вообще. Надо будет в Инстаграм прям кусочек выставить. Прям очень крутой. Всем посоветовать его. Так что, вот, да, кто не смотрел эту серию смешариков, посмотрите. Чё ещё? Ну, буду малого сейчас укладывать спать. Он, конечно, вредничает вообще. Он то лежит вот так вот, когда все включено. Только я выключаю, он начинает ходить все и рушить тут меня вокруг. Вот. Что еще? Сейчас прекратила прямой эфир, говорю, может, попозже вернусь, когда он уснет. Либо я пойму, что он не хочет спать конкретно. Дэнь. Эти лапы это, Эти мои лапы, Котюшки. О, котюшки. О, котюшки. Ты что такой басовый тасисосу? Нет. Что я думаю, надо, наверное, заканчивать этот влог. Такой вот он у меня маленький получится. И начать новый, потому что завтра тоже я буду сидеть дома, в принципе-то. И... Нет! Господи.
Господи, как хорошо, что он кофе не перелил. Просто берет вот так вот и переливает. Дэня. Маленький. Маленький засранец. Ладно, давайте прощаюсь. Хоть и просили в прямом эфире длинный влог, но этот влог получится не длинный, а такой коротенький. Вот. Если что, еще вернусь, но, скорее всего, до следующего видео прощаюсь. Дэня, попрощайся, как ты умеешь. Поцелуйку, давай, воздушная поцелуйка. Не трогай мою кофе, воздушная поцелуйка. Дэнь, сосу убери. Иди сюда. Дэнь, смотри, я что делаю. Давай. И дуй.